Друзья, привет! Сегодня начинается мой новый влог, третий уже. Будет сегодня много распаковок различной одежды. Буду показывать, рассказывать, что я приобрела. Так мне несколько недель было. Пришло много всяких новых вещей, которые я покупала на зиму, на осень. Поэтому девчонкам будет, наверное, наиболее интересно. Поэтому хорошо просмотрим. Все, давайте посмотрите. А я тут заказала себе сумочку, и она так идеально у меня подходит под мои кроссы. Это... Фила. Классная кросс, сумочка. Люблю эту фирму. Это американская фирма. У них очень классная кожа. Прям мягкая, хорошая. Я бы не сказала, что она прям вечно будет носиться, но в целом, в общем и целом, очень даже неплохо. Носится, я бы сказала, средний износ у нее такой вот. Заказала себе костюм, но он такой обычный костюмчик. Не знаю, оставлять себе его или нет. Так он очень прикольный, конечно, такой приятный, классный. Но не знаю, оставлять или не оставлять его. Мне нравится такой пыльно-голубой цвет. Я тут рукава загнула. Просто они на резинке вообще вот на такой. Мне хочется просто их вот как-то так покрасивее смотрится, посолиднее, что ли. А вот в целом он очень мягкий, уютный, но материал у него полиэстер, что я не очень люблю. Но в целом мне нравится. Такое интересное дерево. Колокольчики. Да. Прикольно. Пришли в хорошее кафе. Просто посмотрите уровень чистоты. И это повсеместно. Даже если ценник выйдет там на троих $100, будет вот такая чистота. И просто это капец, конечно. Но в целом очень красиво. Это мы в Universal, в месте, где Гарри Поттер. Вот. Тут довольно красивое кафе, вкусное. Как средневековые люди питались, так вот. Похоже на российскую еду. Но самый прикол, что чистота вообще желает лучшего. Очередные обновочки от Stuart White. Кроссовки заказала, такие классные, вообще бежали. У нас сегодня потеплее уже, но ветер прохладный. А я пошла на почту. Надо покупки покупателям отправить. Ветер вообще класс. Все равно люблю такую погоду. Весьма приятно. Какой красивый вид у нас просто. Каждый раз любуюсь, не могу насладиться такой красотой. Там еще вдалеке такой в испанском стиле Starbucks. Мой любимый Starbucks просто. Безумно красивый. Сегодня очередная будет распаковка. Купила себе сережки. Сейчас покажу, как они на мне выглядят. Классные. Вот как они на мне выглядят. Сережки прикольные. Давно что-то подобное хотела. Инфантильного. Остальное все, все находки были для ребенка. Сейчас она померяет все. Томми Хилфигер новые. Всё, вон, видите, по скидке $5. Ну, ей на вырост чуть-чуть, она широкая такая. На вырост будет. Потом Луки бренд. Мне нравится этот бренд, очень хороший. Тоже на вырост, 8-10 лет написано. И она такая на флисе с капюшончиком. Мне понравилось, что здесь вот этот бегунок такой в виде листочка Луки. Ага, одевай дальше.
шубка и кофта. Ну, кофта большевата, чуть подрастешь и хорошо. Там капюшон у тебя замялся. Ну как, удобненько, уютно. Повернешься спинкой. Ой, супер, красотка. Вот, потом я зашла еще в секонд. Нашла такое платье с капюшоном от Nordstrom. Хорошее очень качество. 8-10 лет. Оно такое прям классное. Ну, длина не прям сильно. Чуть ниже колена, наверное, будет. Сейчас померяем, посмотрим. Угу, вот такое платьишко, да? Можешь повертеться. Повернешься спинкой. Ой, прикольное, слушай, оно прям до зимы супер. Чуть большевато, но подрастешь еще будет. Ну, чуточку побольше, ничего. И футболочку. Это у нас такой, знаете, расходный материал. Часто что-то она то морается, то еще что-то. Вот тоже такая 7-8 лет. Сзади чуть открытая спина. Так, это у меня вышло $1.5. Это что-то вышло чуть больше 10, не помню, по-моему, 12. А платье вышло, по-моему, $2.50, $2.5. Вот, сережки 25. Но там это все плюс налог. Я, ну, мне затрудняюсь ответить, сколько будет точно, потому что налог там 11.25, по-моему, начисляется. Вот, короче, такие хорошие находки. Флисовое все, вот как раз сейчас на зиму будет идеально. Вот, сейчас покажу, может быть, как оно выглядит на ней, если она примерит. Ага, покрутись. Сзади какой вырез, вон красивый, да, супер. Да. Все уже украшают к Хэллоуину, все уже красиво. Через несколько дней дети пойдут собирать конфеты. Только пришла с шопинга, мне доставили посылку. Сейчас покажу, что мне пришло. А, еще кое-что себе нашла винтажного. За что я люблю секонд-хенды? Потому что ты можешь всегда найти что-то оригинальное, что-то не повторяющееся ни у кого, да, что-то винтажное, что-то хорошего бренда. При этом будет в хорошем состоянии, хорошего качества. Чтобы, конечно, такое найти, нужно постараться и не раз туда прийти, и не два, чтобы что-то прям, ну, да, какую-то такую вещь классную. Вот, сейчас буду мерить и покажу вам, что я нашла. Я заказывала себе такие вот босоножки. Сейчас примерю, надеюсь, это мой размер. Это Аши. Обожаю этот бренд. У меня были сникерсы на платформе, и я их отлично носила несколько сезонов, и они прям классно в носке. Вот сейчас посмотрим, они серебряно-золотые такие, сейчас посмотрю, как ножки будут. Босоножки довольно универсальные, подойдут под многие образы. Я больше их брала на выход, куда-то на вечер сходить, с платьем, например, одеть, с юбкой, да, с брюками. Будет хорошо для лета, идеально. Каждый день, наверное, в таком не походишь. Все-таки, хоть и каблук довольно устойчивый, но они такие для выходного дня, для выхода куда-то. Очень классные, мне нравятся. Пишите, как вам. Кактусы такие большие, класс. Люблю кактусики. А этот вязаный кардиган на пуговицах я тоже нашла в секонде. Он в идеальном состоянии, в таком винтажном каком-то стиле. Это Ralph Lauren. Я люблю эту компанию, она классная. Вот. Но я пока думаю, я, наверное, его выставлю на продажу, попробую его продать. И, ну, если не продастся, тогда, наверное, я себе его оставлю. Он классный. У нас уже осень близко, уже листочки валяются и холодно. Сегодня прям 10 градусов. Прям холодно, конец октября. Я сегодня одела свой костюмчик, но жалею, что я не одела жилетку, потому что мне холодно.
Это тоже свитер Ralph Lauren. Винтажный такой рисунок с уточками, да. Сейчас чаще все-таки мишки встречаются, узнаваемые такие. Вот здесь винтажная такая вот история. Мне очень понравился этот свитер. Я его точно продавать не буду, оставлю его себе, хотя его можно довольно прибыльно продать, долларов за 100. Это катоновый, то есть хлопковый свитер. Кстати, очень сейчас актуальный в данном сезоне цвет, такой бордовый. Мне очень нравится, он уютный, комфортный, и я любитель винтажных вещей, особенно в хорошем состоянии. Вот, буду носить, радоваться этой осенью и наслаждаться. Ладно, красный. Еще я нашла такой свитер, он из вула, из шерсти. Это GQ бренд, очень популярный в Штатах, у них довольно хорошая качество и приемлемая цена, то есть что-то для среднего сегмента самое то. Я люблю очень всякие свитеры из кашемира, из шерсти, видимо, сибирское прошлое не дает покоя. Ее я тоже, скорее всего, буду продавать, потому что размер немножко великоват, ее, конечно, можно носить как оверсайз, но я думаю, что я ее попробую продать. Она очень мягкая, классная, теплая, безумно. Так, мне должна прийти была помада. Сейчас надо забрать. Заказала себе помаду Hermes, но я заказала бежевую. Не знаю, посмотрю сейчас. Купила бежевую, хотела розовую. Посмотрю, как мне подойдет, не подойдет. Ну, тут целый дом вообще. Целый музей-то. Выставки. Круто. Люди постарались, когда делали это. Не знаю, своеобразное у меня отношение к этому. Все for fun. Для веселья. Соседи что-то ничего не сделали. Помада, надо сказать, мне очень понравилась. Она такая нейтрального цвета. Можно использовать, когда что-то одеваешь нейтральненькое. Она вот такая вот, на видео не сильно, наверное, передается. Но очень классно. Мне понравилась она. Я, конечно, чаще использую более такие тона яркие, красные, розовые. Но такая тоже помада иногда нужна, когда ты в каком-то лаконичном бежевом, в белом, тоже смотрится очень комплементарно. Вот. Сегодня купила две сумочки, не знаю, вот вообще хотела их на продажу, так эти Spade, тут правда немножко есть такой, видите, как ржавчина что ли, она не отмывается, то есть ее совсем-таки особо и не видно на самом деле. Вот, но так клевая сумка, немножко... Ой, извините, немножко не мой размер, я сейчас померю, покажу. И вот это, как она из ноутбука, как будто это на Massimo Dutti она продавалась, продается этот бренд испанский. Вот, тут много кармашков, короче, она такая прикольная прям, тут открывается, ну то есть прям здоровская. Такая немножко в ретро стиле, я люблю на самом деле такой стиль. Мне нравится. Вот. И тоже думаю, продавать ее или нет, или себе оставить. Одна вот такая вот сумка, не знаю. Конечно, это не под этот лук. Я чисто так меряю. Но мне нравится, что она довольно компактная, приятная на ощупь, такая мягкая. Ноутбуковская. Сейчас как раз тренд сезона ноутбук. И сезон, в принципе, да, такой осень, зима. Самое то. Вот. И она удобная на плече, то есть висит очень комфортно. При этом это моя размерность хорошая. Вот. Потому что я не высокого роста и сама небольшая, поэтому мне большие сумки в качестве исключения могу их одеть, но в целом я не использую большие сумки, потому что мне вот все-таки такие больше нравятся и подходят даже по моему стилю. Вот. Таки наш зонт упал. Блин, я забыла его закрыть, у нас сегодня сильно ветрено. Сейчас пойду закрывать.
зонты ставить на место. Вот это вот Kate Spade получается, такая цвет Tiffany, прикольный цвет. Очень здорово, наверное, будет с какими-нибудь джинсами будет хорошо, будет хорошо и с тренчем. Вот, единственное, что здесь золотая фурнитура, я чаще все-таки серебро ношу. Но золото у меня тоже есть. Вот, немножко размерность чуть большевато для меня. То есть мне чуть-чуть бы поменьше было бы хорошо. Но, в принципе, и так хорошо. Есть еще длинный ремешок, но если длинный ремешок одевать и вот как-то так ее носить, то получается сильно она большая. Она выходит за пределы моей фигуры, и это как бы смотрится некрасиво. Вот. Тоже думаю, оставить ее или нет, или продать. Вообще я купила их, думала их на продажу выставить. А потом пришла домой и померила, и мне не так понравились обе. Ой, я, конечно, вообще еще тот плюшкин по обуви, по сумкам, особенно кожаные, они обе кожаные. Я очень люблю такие всякие вещи, вот, поэтому у меня всегда много сумок, много обуви. Ну, пишите в комментариях, как вы думаете, оставить мне эти сумки или какую-то из них оставить, какая вам больше нравится. Вот, потому что я не могу определиться, думаю, пока оставлю их обе и попробую поиспользовать, поносить, может быть, так я лучше пойму, насколько мне подходят они и удобно ли с ними. Вот, ну, напишите вы свои комментарии, что вы думаете, оставить ли мне сумки и обе, одну, две, сколько? Еще одна сатанистская семейство. Тут просто в паутинке все. Нашла классную рубашку от Calvin Klein в очень хорошем состоянии. Мне она, конечно, большая, супер оверсайз. Можно рукав сделать, видите, 3/4, а можно длинный. Она очень уютная, классная, в теплых тонах. Интересно, у нее текстура немножко такая, да. Сегодня в школе Хэллоуин у Эрики, она вторилась. Не знаю, в кого ведьмочку. Ой, у тебя колпак еще упал. Колпак нужно поправить. Колпак должен стоять вот так. Еще нарисовали и паучков, паутинку и паучок там. Еще купила дочери вот такую вот маечку, просто обычная заровская маечка, новая с ценником, как вы видите. Это размер 13-14 лет, то есть, конечно же, она и большеватая. Она и будет на вырост, я ее пока положу. Вещь хорошая, хлопковая. Тут еще есть вот такие вот разрезы, вырезы сзади обычно. Вот, так что для дочери такую взяла. Еще взяла вот такой клатч, но, не знаю, по-моему, он кожаный. Надо будет посмотреть. Он новый тоже, с биркой, абсолютно новый. Здесь вот так кармашек на клепке идет. Сейчас ближе покажу. Кармашек на клепке, все очень прилично. Это хороший какой-то бренд. Недавно о нем я узнала. Вот здесь тоже все чистенько, все классненько. Лого здесь есть, я не знаю, если видно, да. А вот кармашек. Так он, конечно, классный вообще. Такой ярко-синий, Royal Blue, да, и здесь такой черный цвет, прикольный. Я не особо ношу клатчи, не знаю, как-то мне неудобно, мне иногда нужно освободить руки, и типа история вот так вот, ну, наверное, окей, ну, не знаю, как бы, в целом неплохо, да, выглядит хорошо, вот, ну, я попробую его сначала продать. Бренд называется вот так, Oraton. Oraton, я не знаю, как правильно произносить. Oraton, по-русски будет, с жестким акцентом. Вот, в принципе, вообще, то есть, естественно, она не ношенная. Я поэтому попробую ее продать. Если не продастся, ну, наверное, буду сама гонять, не знаю. В целом, классно, как вам? Инопланетяне тут где походят. Интересно, люди, конечно, привлекают к себе внимание. Сегодня просто день Хэллоуина, 31 октября, и просто все наряжаются, конечно. Вот я сходила, немножко пошопилась, иду домой.
Не знаю, сейчас, может, что-нибудь покажу чуть-чуть. Купила дочке кофточку новенькую, но она на вырост, конечно. We're live! We're live! Come here. Come here. Конфеты раздают. Просто вот так вот ходишь по магазинам в торговом центре и собираешь конфетки. Сегодня мы решили именно так погуляться с друзьями. Вау! Класс вообще. Недавно на канале делала распаковку iHerb и ей показывала эти патчи. Очень классно, рекомендую. До этого я с золотом брала, сейчас с черным жемчугом. Ноябрь, Хэллоуин закончился, но кто-то еще декорейшн свои не убрал. Декорации пока остались. Довольно зеленая. Здесь вот улочка у нас, это она довольно зеленая. Ну, вообще, мы чуть севернее живем. Больше немножко зелени. Немножко другая. Если ехать к океану, там еще больше, естественно, зелени. Она будет немножко другого. Другие виды растений будут и деревьев. Тоже очень красивые. А здесь вот такие вот красоты. Сегодня купила себе новую куртку. Классная, кстати, курточка. Сначала ушла из магазина, не взяла ее. А потом такая думаю, блин, такая классная куртка. Мне нравятся рукава, что такие широкие. Плечи, что формовые, стоят. Вот. Сапоги тоже, ну как сапоги, полусапожки они такие. Купила тоже недавно. Не спрашивайте, куда я в них буду ходить. Потому что я не знаю, но мне они очень нравятся. Вот, а куртка прям очень классная. Она типа как будто бы здесь такая нубук кожа. Здесь как будто бы каракул. Каракуловая такая. Ну, это не натуральная, конечно. Вот, но очень красивая. Тут еще можно воротничок поднять и сделать вот так вот. Тут такая застежечка. Очень красиво. Вот. Она не сильно теплая, я не знаю, для российских мерок, наверное, это летняя тоненькая такая ветровочка. Вот, и в моем гардеробе появилась 35-я черная куртка. Я очень люблю черные куртки, вот, собственно. Умеем, практикуем, как говорится, да. Это Аши, очень нравится мне эта обувь. Вот. Белые взяла. Ну, для Калифорнии, кстати, белые самое то. Вот, в России, наверное, как основные бы я не купила белые, но как дополнительные можно. Типа Челси, да, такой стиль. Ой, нравится мне такое. Ну, курточка прям, не знаю, очень здорово. Напишите, как вам нравится, нет? Сзади она просто обычная. Вот. Но очень эффектно выглядит. Это Max Studio. Вот, в принципе, хороший бренд. Мне нравится. Там часто бывают такие лаконичные очень вещи. Мне прям очень зашло. И же красивые белые розы все-таки. Не знаю, раньше, по-моему, я недооценивала их. Очень классные. Прям хожу и любуюсь. У нас с супругом было 18 лет со дня знакомства. Вот. Пришли мне тут пробники. Я обычно рекламку не пропускаю, читаю. Бывает, что там можно получить пробники на свой адрес. Вводишь адрес и все, приходит. Попробую. Такой я не пробовала шампунчик.
И раз. Сидим. И два. Сходила на почту. Иду обратно. Буду сейчас работу делать. Всем хорошего настроения. На этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что я не зря это все делаю.